Возвращается цвет в моду, акцент на губы. В общем, все варианты стрелочек, какие только нравятся. Создается такой образ снежной королевы, такой драматичный. Как вы догадались, речь сегодня пойдет о бьюти-трендах осеннего сезона. Прическу и мейкап для особого случая представляет команда мастеров под руководством Яны Панфиловской. Так как осень, тренд, конечно, будет на акцент на губы, но интересное такое сочетание, что можно использовать, допустим, матовые темные губы и влажный способ укладки волос, то есть такой на контрасте. Дополнять можно холодным оттенком теней, холодно-серым, тоже очень красиво, стрелки. Стрелки до сих пор не сбавляют обороты, они до сих пор популярны, длинные, толстые, короткие. В общем, все варианты стрелочек, какие только нравятся, и можно сочетать с яркими губами, потому что все уже потихонечку устали от бежево-коричневой гаммы, и возвращается цвет в моду, цвет и акцентный цвет, то есть можно добавлять каял на слизистую, вот в моем образе я добавила еще хаки каял, потому что это вся такая осенняя гамма, серый хаки, бордо, и вот это прям супер трендово. Также актуально очень цветные туши, это удобно, быстро и для себя использовать, можно использовать цветную тушь, допустим, на повседневную носку, и не обязательно, как раньше там цвет такой ярко-синий, может быть бордовый, темно-зеленый, на повседневку очень красиво. Блеск сейчас набирает актуальность, особенно был очень актуальный этим летом, все блески. Вот, так как осенью также, ну здесь два варианта, либо матовые губы, либо глянцевые, хорошо тоже глянцевые, темные губы, тоже красиво смотрятся. Хочу обратить внимание на контур губ. Потому что с возрастом контур губ уже становится не такой четкий, и когда дама подчеркивает именно карандашиком, очень красиво смотрится, губы приобретают форму. Карандаши, контур губ сохраняет свою актуальность как в нюдовых образах, так, естественно, в ярких губах. И также актуально эффект, еще называют эффект корейских губ, да, кореянки так делают макияж, то есть эффект тинта на губах, то есть это удобно, быстро нанесли яркий даже тинт, растушевали пальчиком, эффект такой зацелованных губ. Осенью они, как правило, очень актуальны. Драматичные образы можно дополнять еще, особенно красиво смотрятся на девушках, у которых очень белая кожа, светлая. А так как мы живем на Урале, очень много светлокожих девушек, таким красноватым даже румянцем, но в сочетании с яркими холодными губами. Это тоже красиво, создается такой образ снежной королевы, такой драматичный.